Всем привет, дорогие зрители моего канала, с вами я, Андрей, и сегодня добро пожаловать в игру Knife Hit. Да, это игровой челлендж. Поехали. Итак, в этой игре нам нужно будет забивать ножи в дерево. Чего? Так, задание таково. Я должен буду пройти один из челленджей, но я выберу, наверное, самый сложный, это Ice Age. И я должен буду хотя бы два уровня, как бы полных пройти. Давайте, я уже прохожу. А если за каждый проигрыш я буду бить себе куриным яйцом об голову? А, блин. Ладно. Не вопрос. Я проиграл, и да, не обращайте внимания на то, что моя голова мокрая, потому что я только что мылся. Так, яйцо, моя голова. Все ради челленджей. О, черт. Ладно. Давайте продолжим. Как вы видели, блин, я только что себе разбил яйцо прям об голову. Это было довольно неприятно. И давайте продолжим. Разобью яйцо об голову уже на улице, потому что это жестко. О, босс. О, блин, это жесткий босс. Я, скорее всего, сейчас проиграю. Яичко, иди ко мне. Так, последнее. Yes! Так, мне еще Next challenge. Так, давайте. Мне еще нужно пройти один такой полный челлендж, и я выиграл этот челлендж. О, черт, блин. Ладно. В общем-то, я перенесся на улицу, потому что это очень жестко. Я там засрал полностью весь стол. Ну ладно. Моя голова, яйцо. Поехали. Ладно. Ладно, давайте. Поехали. Третья попытка. Я думаю, я сейчас выиграю, потому что еще раз, если честно, не хочу себе бить яйцом в голову. О, это было близко. Так. Что-то как-то это, по-моему, легко, нет? О, босс. Ох, блин. Жесткий босс. Но я постараюсь его пройти. Слишком жесткий босс. Ай, ё-моё. Яйцо пошло. Чем я занимаюсь? Полетели, блин, четвертый раз. Если честно, я уже помыл голову нормально. Не хочется уже разбивать яйца об свою голову. Ладно, давайте. Стараемся пройти. Так. Есть. О, босс. Так, последнее.
Уже последнее, ура! Наконец-то. Фу, блин, чуть-чуть. Два ножа. Тудун. Ту-ду-ду-дун. Надо будет музычку вставить. Yes! Фух. Да. Если вам понравилось видео, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. С вами был я, Андрей. Всем удачи, всем пока.